Кровавая атака. А почему я не могу ее одеть? Требование атрибута 30. А, 30 силы. Блин, мне силы не хватает. А, мне в лицо светит фонарь. О. Буду в тумане сидеть. Спасибо, Рома, пока. Я знаю, что ХП это здоровье, я же его и прокачала. Разве нет? Ну чё, двигаемся дальше. Интересно, открылся там какой-то путь? Пускай фонарь горит. Запретная могила называется. Рома сказал свое последнее слово. Теперь буду силу качать. Что делать-то, блин? Оружие не могу взять без силы. Значит, надо его по-любому качать. Именно силу и надо качать. Теперь буду. Ага, я оттуда пришла. Значит, вот. Более глубокий лес, короче, начинается. Смотрите, там дорожный фонарь. Мне не так... Извините. Что это такое? Пусти! Блин, он меня, кажется, отравил. Не, нифига, это безумие. Офигеть. Вихрь ушек с мухой. Не могу ртутные пули подбирать. Надо их тратить, короче. Все, готовьтесь. Теперь я буду стрелять пулями во все стороны. Так, ну сеть это не проблема. На самом деле. Комарикова. О, еще одна лампа. Вот он, Бюргенверт, о котором мы так часто слышим. Интересно. Ой, еще один комарик. Да пусти меня, сволочь! Зацепил меня. Зажал в углу. Еще один. Так, а я пришла отсюда, что ли? Нет. Блин, тут несколько путей, смотрите-ка. Это был человек раньше, походу. Что вас так много-то тут? Я тебе не позволю мне на башку сесть. Блин, пули вообще не лезут. Спасибо большое. Давай, заходи еще.
Ага. Так, смотрите, ворота. Закрыто устройство. Стараюсь. Просто как могу. Они, конечно, со всех сторон все время на меня нападают, все время новые монстры. Тут вообще такая фантазия у разработчиков, я в шоке. Нахожусь. Ой! Это же этот осьминогоголовый. Какой сильный. Офигенно сильный враг. О! Не делай это! Он высосал мой мозг! Это мозгосос, ребят. Я знаю, это все из-за моих отголосков. Он, кстати, высосал мои отголоски крови. Ты что, офигел? Да блин! Все, мне кранты. Мало того, что он лишил меня отголосков крови, так он меня еще и убил. Нет, не встречала такой стат. Ой, блин, вот мне еще мозгососов не хватало. Ну, видимо, да. Да он мои отголоски, ой, эти, мое озарение высосал. 3 штуки. Хеллоу. 3 штуки озарения сожрал. Нет, не 3, 4. Блин, ну как я теперь без озарения-то? По 2 озарения вытягивает, офигеть. Может, с ним вообще не связываться? Да пошел-то, ё-моё. А чего ты там спросил? Я даже пропустила. Да, во, молодец, оперативненько все. Отслеживает. Блин, мне даже уже не хочется идти к этому мозгососу. Там нету никаких предметов. А, есть, блин. Может, кинуть у него что-нибудь? Может, бумага поможет? Охренеть! Ну, блин, так вообще нечестно. Вот прям вообще-вообще. Пошел ты вон. Он бегает теперь за мной. Нет. Опа, у меня игра зависла только что.
Молодец. Не, ну не спрашивай тогда. Ой, блин, как трудно. Сорок пять озарений осталось. Мозгоклюв какой-то. А, ну конечно, здесь руна лежала. Спасибо. О, какая луна красивая. Ой, нет, там что, этот лютик, что ли? Да вы чё? Да делай же перекаты! Твою ж мать же! Пусти! Что это было всё? Это просто фейл! Привет, а какая разница, замужем я или нет? Какие личные вопросы сразу. Первый раз тебя вижу, ты мне сразу такие вопросы задаешь. Ой, мамочки, вообще. Там этот лютик пуляется, эти Ну я хотя бы к мозгососу больше не пойду. Монстры вообще безумные, но мне офигенно нравится. Я прям все еще раз и еще раз хочу туда пойти. Я, наверное, мазохист. Да ёкарный зубай! Он меня с ума свел. Сволочь. Жениться хочу. И чё, тебя жена геймерша устраивает? Ой! Нет, только не мозг мой! Что вы все мой мозг хотите? Они меня все просто с ума хотят свести, сумасшедшие. Уйди! Сумасшедшее место. Оно сводит меня с ума. Мне нужно защиту от безумия ставить уже. Да, вот. Я как раз эти слова сказала, мне, что мне нужно защиту от безумия найти. А есть у меня такая, интересно. Ой, ну смотрите, этот у меня вообще сопротивление безумия 3. Вот. Волчий колпак. Вот, волчий колпак будет. Пепельный набор. Всю ночь, не жалея рук, нам кот нарезал люську. Это что это значит? Когда он нарезку делал. Так, вот есть 60. Вот, пепельный, действительно хороший. Ты так думаешь? В смысле, 45 это много, да? О, смотрите, какая красотка. Так, ну к этому мозгоклюву я не пойду. Пошел он куда подальше.